Всем привет, мая 2018, и давайте в этом ролике рассмотрим, что такое ритопология в этой программе, как ее делать. Так, вот такой у нас гражданин, вот на нем будем смотреть все это дело. Выделяем, чтобы вот так вот щелчок левой кнопкой мыши, заходим в Channel Box, вот здесь вот есть боковая панелька такая, вот высвечиваются вот такие вот координаты и находим Layers. Жмем Create Empty Layer, появляется вот такая вот надпись со значками V, P и пустой. Вот теперь правой кнопкой мыши нажимаем, жмем Add Selected Object и отключаем вот эту галочку V. Вы видите, что модель исчезла, все нормально, все правильно. Опять V включаем и жмем вот эту вот функцию Make the Selected Object Live. Вот это вот. Преобразуется вот в такой внешний вид. Колесико приближает, отдаляет. Alt, зажатая левая кнопка мыши, это все дело крутит, вертит. Правая отдаляет, приближает. И колесико переносит по экрану. Так, теперь заходим, включаем вот эту вот функцию. Называется Show Hide. Вот это. И находим Quad Drive. Приближаем модель поближе. И будем сейчас на ней что-то рассматривать. Так, есть такая функция Soft Selection. Пока ее включим, сейчас расскажу для чего. Нажимаем вот так вот, ставим точки, зажимаем Shift, наводим на середину и щелчок левой кнопкой мыши выделяется полигон. Здесь сейчас стоит симметрия. Симметрия включается вот здесь вот. Симметрия сейчас стоит по оси X. Здесь пока никаких настроек не будем делать. И вот Soft Selection для чего нужен. Вы хотите, допустим, подвигать полигон, именно вершины, но не получается. Передвигается весь полигон по модели. Вы отключаете галочку Soft Selection. И вот теперь вы можете вершины двигать именно по модели, корректировать так, как вам надо. Так, что еще? Если вы опять поставите точки, две здесь, и опять зажмите Shift, вы можете продолжить полигон. Вытягивается один полигон с одного ребра, это зажатый Tab и левая кнопка мыши. И тут также можно сделать. И вот вы видите, что он слипается, все нормально. Чтобы вытянуть линию полигонов или вершин, зажимайте Tab, наводите на ребро и зажимайте колесико и тянете кверху. Вот у вас вытягивается полоса. Ctrl добавляет лупы, щелчок левой кнопкой мыши. На какое ребро наведете, на верхнее, будет вниз луп ставится. На боковое ребро наведете, будет по вертикали все это дело ставится. Пардон, по горизонтали. А это по вертикали. Так, что еще тут есть? Quad Drive Option. Вот вы открываете, у вас высечется вот такие вот настройки. Значит, Live Constant Option нажимаете. Это цвет полигонов. Вы нажимаете на цвет, высвечивается окошко с цветовой гаммой. И можете использовать ее красную, поставить полигон, синий и так далее. Черная, это понятно, что граница полигона, вот эти полосы. Так, больше здесь ничего пока не надо. И keyboard mouse — это именно комбинации клавиш. Вот как все это дело происходит. Здесь написано удаление зажатый Ctrl Shift и левая кнопка мыши удаляет именно лупы. Вот так. Ctrl просто добавляет лупы. Ну и в принципе ничего тут такого нет. Если вам нужно подкорректировать что-то, вот вы это дело здесь вот так можете водить, подтягивать. Опять же, с выключенным именно вот этим вот Soft Selection. Если вы его включите, вы будете водить только весь полигон, вот этот, всю конструкцию. Так, все это понятно. Вроде все, ничего не забыл. А, пардонте, забыл. Так, это все дело опустим вниз. Это нам пока не надо. И теперь вот как рисовать именно над глазами, да? Так, находим опять же
Quad Drive включенный и зажимаем Tab. И вот так вот можем ввести именно полигоны. До конца не доводим. Жмем Shift и левая кнопка мыши соединяет. Ну а здесь уже можно вытягивать полигоны, корректировать и так далее. Ну вот такая простая вроде штука. Ну все, топологию, допустим, мы сделали. Что теперь? Надо зайти теперь опять же в Channel Box и отключить вот эту клавишу V. Мы отключаем модель, остается у нас только вот эта вот ветка топологии. Вот такая. Теперь мы заходим, отключаем Quad Drive, еще раз на него нажимаем и выделяем левой кнопкой мыши, тянем окошко, выделяем все вот эти полигоны. Можно тоже здесь отключить функцию эту. Теперь правая кнопка мыши нажимаем и удержим ее и тянем на фейсы. Бросаем, все, фейсы выделились. Теперь опять выделяем и зажатый Shift, правая кнопка мыши, выделяем, ставим экстрат фейсы, экстрадировать фейсы. Alt зажатый, левая кнопка мыши, вертим, крутим и вытягиваем вот так вот, даем вот этой вот топологии толщину. Ну, в принципе, все, щелчок, снимаем выделение. Теперь, опять же, в Mesh можно сделать Smooth. Все это дело сгладить. Так, опять же, надо это все дело выделить. В Mesh можно Smooth сделать, все это сглаживается. Как сохраняется теперь вот эта вот модель? Если вы нажмете файл и будете экспортировать как Export All, то сохранится модель полностью от... Сейчас я вам покажу, как она сохранится. Так, вот это включим. Вот так модель сохранится полностью. Будет одна полигруппа и будет прилипшая вот эта вот вся штука к лицу надутая. Вот так вот все вместе и сохранится. Если вы будете все это дело сохранять с выключенной V вот это, только вот эту функцию, и будете сохранять ее как Export Selection, то сохранится только вот эта вот топология, которую можно потом экспортировать в любую программу. Это делается так. Жмете Export Selection и находите, куда вы хотели бы все это дело сохранить. Ну, допустим, на рабочий стол. Ну и пишите как название. Ну, там 77 Opus формат. Можно любой формат выбрать. Вот здесь колесико крутите. И MOV, и CTL, и формат Maya, и так далее. Ну вот Opus формат вроде ходовой. И жмете Export Selection. Так, выделяете и жмете Export Selection. Нажимаете на десктоп, жмете, допустим, 55.55. И все это дело выделенное сохраняете. Сохранилось это вот внизу написано на рабочий стол, файл пятерки-пятерки. И давайте теперь посмотрим, как все это дело будет выглядеть именно в ZBrush. Файл, я теперь сохраню еще один файл именно Export All, чтобы вам показать. Это будет уже, пусть будет шестерки. И сохраняя экспортал. Вот сохранено два формата, два файла. И посмотрим в ZBrush, как это все дело выглядит. И давайте импортируем сюда то, что мы сделали в мае. Так, импорт нажимаем. Находим рабочий стол. Рабочий стол. И первый файл, допустим, мы смотрим шестерки. Открыть. Сейчас он подгрузится. Вытягиваем. И вот вы видите, что вот эти вот полигоны прилипли именно к лицу гражданина. Вот так все это дело выглядит. Смотрим полигоны. Вот так все совместно. Ну а теперь давайте семерки
пятерки посмотрим. Вот одна топология. Вот так все это дело сохраняется. Можно сделать теперь там Ctrl-D. Все это сгладится. Ctrl-Z. Можно здесь сделать также по прошлым роликам ZRMesh, DynaMesh. Это уже смотрите на канале, все это дело есть. Ну вот такая вот прикольная топология. Вот так все это дело выглядит. Все, всем пока, до свидания.